Прием, леди и джентльмены, на связи Шадимен. Леди Леска. Ну, привет, друзья. Добро пожаловать в новый видеоролик. Сегодня у нас будет яма ковбой наггетса против ямы какой-то тубзалетной бумаги, друзья. Посмотрим, что находится и там, что находится и там. Но ты прямо сейчас пиши в комментариях. Если ты выбираешь ковбой наггетс, пиши наггетс. А если выбираешь туалет и бумагу, то пиши в комментариях бумага. Посмотрим, кого наберется больше, бумаги, либо же наггетсов. И, конечно же, обязательно также не забудь поставить лайкос под этот видос и подписывайся на наши телеграм-каналы База Шедоуни, Лискоуни и Нубоуни. И как всегда, естественно, напоминаем про мерч, который находится в описании под нашими видосиками. Ну что, а мы в принципе готовы. Мы уже находимся на этой локации. Вот, немножечко тут осмотрелись, поглядели и, в общем, готовы начинать. Только осталось определиться, в какую яму мы отправимся в начале. Да, вот куда. И вообще, что вам нравится больше? Ой. Вот этот наггетс или то, как туалетная бумага? Ну, наверное, туалетная бумага, она какая-то более прикольная. Необычно. Лицо больше видно. Я не знаю. Слушайте, ну я не знаю, мне как-то наггетс больше нравится. Вот этого белой туалетной бумаги больше выделяется как-то. Да, есть такое, это точно. Так, ну а куда мы сегодня пойдем? Я бы хотела... Я бы в бумагу хотела. Бумагу? Окей, погнали тогда в бумагу. Чё, полетели? Я уже вижу, что тут есть вода, и погнали. Можно свободно Опа. Пройти. Можно свободно пройти. Да, ну так ты же обычно в дверь не свободно проходишь. Опа! Что это такое? Ну-ка. Да кажется, без ножа тут не обойтись. Интересно, кто накидал всю эту бумагу. О, походу, Нубик, ты еще бумаги в унитаз накидала, засорилась. Вот именно, вот так вот. Вот, ну, Боуни, вот вся правда. Я думала, история та самая, Нубик накидала, потом служба приезжала, откачивали, все. Ух, какой ужас был. Наши деревни жители, друзья, да. Короче, погнали тогда в наггетс. Погнали. Так, заходим сюда. О, Курочка покушала. И здесь курочка. Они уже пожарились, да. Они уже постепенно в уголечек будут скоро превращаться. Точно. Так, опачки. Вы что, друзья, вы шутите? Соуни, давай, если что, жди нас, мы скоро вернемся. Так. Леска, давай ты пройдем. Или давай, Леска, попробуй. Пускай Леска попробует, мы пока не смотрим. А что, вот так прям туда? Да. О, ничего, неплохо, смотри, проходит. Нормально. О, вот так вот. А вы что думали? Так, ключи-ножницы. Так, забираем ножницы. Камень, так, ну и вылезти мы отсюда сможем только, видимо, использовав компас. Так что, наверное, нажимаем. Пау. Вот, и отправляемся. Подождите, снова реально использовал компас. В туалетную бумагу! Нет! Аккуратней, а то упадете. Так, ну что? А ключ взял? А, что? Бумагу пить. Я не брал ключ, наверное, у Лески. Так, ну что, давайте, ребят, короче, надо этот засор весь убирать, а то что это дело? Табличка улетела. Никто в тубзак это сходить не может. Какой-то ужас. Так тут. Это сейчас на нас польется, что ли, ребята? Ой, я не надеюсь, что ничего лес такого не будет. Что-нибудь полетит, да поедет. Да если никто не полетит, все будет нормально, не бойся. А куда копать? Я не знаю, вообще тут реально много очень всего. Бумага за бумагой. Что, как кто так засорил, я что ли? Нубик, то вообще не знаю. Это не я. Меня тут не было. Вначале говорю, Нубик засорил, а кто так засорил, я что ли? Ну просто все, что тяжело. Вы чувствуете размах? А тут это есть, огромное, кстати, помещение. Стена. Да, есть предел. Это стена. Точно. А искать-то что? Искать нужно то, что открывает, видимо, ключ. Дверка, дверка. Отлично. Так, только тут капец темно. Погнали. Так, Леска, проходи. Кстати, у вас нет этого? Не-не-не, вообще ничего нет. Нет, откуда Леска? Так, проходим. Че, я первый? Давайте. Я вообще ничего не вижу тут. Ой, мы можем прыгать вниз. Что там? О, лиса у нее полетела, и мы здесь. Так, ну что, компасики, компасики не забываем обязательно. А, точно. Так, по опыту на скеле. Давайте сразу проверим, что у нас нет ничего за порталами, за ямами. Так, паутина внизу, а тут внизу тоже паутина. Так, где там, что внизу? Слушайте, туалетная бумага такая прям золотая, прикольно. Тут получается у наггетса... Золотая чаша, золотая. Да. Наполняет. Ладно, все. Куда теперь идем? Так, слушайте, паутина. Сверху мы с вами вначале пошли в туалетную бумагу, а потом в наггетс. Может тут типа поменять попробовать? В туалетную бумагу, может, вначале надо идти? Нет, а мы же там тоже в туалетную бумагу. Ну, давайте еще раз в туалетную бумагу. Может, погнали? Получится? Так, прыгаем, Литоуни! Так, отлично, приземлись. Леска, давай! Старайтесь лучше на край прыгать, нежели чем на середину, да. Потому что середина будет долго. О, неплохой тайминг. Не могу. Так, тихо, спокойно, Нубик, куда ты колотишь? Так. Зачем вы меня трогаете? Что это? Такое здесь? Столько дверей? Да, тут очень много дверей. Надо, а прикиньте, за дверью еще двери. А потом за дверью еще дверь, дверь и дверь. И чё? А чё? А, наверное, надо кирку найти, либо что-то подобное, думаю. Обманка? Может быть. Чё, возвращаемся, что ли?
Давай. Что, теперь так, тут камнями забить? Давайте тогда на всякий случай закроем, а то мол ли. Ёма, опять ковбой надо идти. Я уже думала, то, что как-то по-другому можно будет, я не знаю. Так, ну пойдемте. Ну ладно. Так, давайте там паутиночка тоже. Надо на шар прыгать. Хорошенькая такая. Так, приземлились. О, смотрите, ну так хорош уже. Ух ты, как квартира прям. Да. Что такое? Так, тут люк. Ого, а там снизу, ребят, серьезно? Как будто под комнатой еще одна комната. Как будто бы эта комната нас, нашей. Так, и что нам тут делать? А, нам надо, видимо, найти рычаг для того, чтобы открыть железный люк. Вот, и где он может находиться только... Под ковром. Под ковром, давайте посмотрим. Так, я ничего не вижу. Здесь, может, как-то нет, он... это слишком просто. Не, ну здесь по-любому нужен именно рычаг, потому что, ну, ни цифры, ни пароль, а кто ты тут водить, ты что будешь? Может быть, о, я нашла! Где? Что там? Где? В этом были в ящике. О, понятно, давайте. О! Что? Лубик, совсем уже, что ли? Ё-моё, куда попали? Куда приехал? Нубесу не до смеха. Бумага, наггетсы, аптека. Вот, в туалете все забито. И нет снега. Так, ладно. Желтая теперь комната. О, смотрите, как фартук прикольно сделан у кухни. Я такого еще не видел. Так, ну и здесь, видимо, тоже нужно рычаг искать. Камеру. Ковер. Камера. Кстати, хлебушек кушаем. Чего? Так, опачки. Кушаем, кушаем. Ну, Бик, хватит мне эти коврами карманы забивать. Леска, ну, слушай, не знаю. Я не... А, погодите, а что если... Будем. Может, как-то какой-нибудь факел является тайным рычагом? Я вот их тоже прощелкиваю. Не работает. Что там? Нашлось? Нубик! А нет, показалось. Да ё-моё. Я думаю, ты провалился тут. Я думаю, да. Нашли! Ну. А где реально? Я же не вижу ничего. А что такое диван-то сначала? Да, на всякий случай уже что-то... Слушайте, может, у меня вариантов просто уже что-то как-то нет. Я прям не вижу, не понимаю. Подожди, так, я не знаю, я может быть где-то под холодильником, ниша сбоку. Стойте, там погодите, не ломайте, нет, я хотел проверить теорию, Нубик, ну зачем? Проверяй, проверяй, проверяй. Да вот видите, там маленькая видел, щелочка вот здесь справа или слева от раковины, от этого крана. Оттуда отсюда открыть. Можно и открыть, Нубик, ну ты крошитель, потрошитель просто какой-то. Да, вот так вот, вот так вот. Ну ладно. Весь интерес убился просто. Нубик, ну чё, реально, хотел проверить, а ну, Нубик, бац, и все это. Так, тут бумага везде какая-то. Кстати, стойте, а помните, в этой яме-то, которая в туалетной бумаге, мы вначале прыгнули, там же, типа, кирки нужны, потому что там везде камни. А тут я что-то не вижу никаких кирок, вот именно, в чем прикол тогда? Значит, мы еще не дошли до конца. Давайте ломать. Так, сейчас, а вы все листочки проверили на всякий случай? Я вроде да, но еще можно. Подожди, а я ничего не нашла такого, кстати. Тут чего-нибудь будет, мне кажется, какое-то написано будет. Да, я сейчас именно листочки прям по названию проверяю, потому что что-то есть какое-то подозрение. Правда, для чего? Нашел! Реально? Вот в этом ящике, сколько посмотрите нижнем. Там листочек 1319 написано. Значит, это пароль от чего? Забираем. Забираем. Это от чего? А вот непонятно. Ну, я не знаю, наверное, тут какой-то потайный... Не знаю, что найти, без понятия даже. Так, ребят, давайте искать тут, значит, что-то где-то... Погодите, а может быть такое то, что этот, ну, пароль, типа, для того портала, ну, для той ямы, вот, и только непонятно, куда применять это дело. Ну, может типа для будущего, а может быть, там ковер можно сломать? А там был ковер? Не помню. Я тоже не помню. По-моему, не было. Ты там думаешь, золотая комната отсюда была. Уходить? Чё, давайте выйдем, вот. Ага. Еще раз посмотрим, давайте. Тогда в яме туалетной бумаги. Так, полетели. Опа. Ой. Приземление. Шесть. Не, Нубик, ковра тут, к сожалению, не было. Так, а в чем тогда прикол? Оп. Погодите. А может быть рычаги надо нажать? Давай. Факела. Нет? А. Так, ну у меня что-то не работает почему-то. Пройти надо вот так вот, что ли? Леска, ты чё? А, ты где? А, я думал, Леска зашла в дверь, закрыла дверь, пропала. Нифига себе! Так, теперь тогда понятно. Так, давайте тогда все двери вот так проверять. А у меня была теория, то что двери в двери. Офигеть. Что, нашли, что ли? Вечно. Да, Леска, реально вечно, вот как всегда. Все с первого раза первая как-то находишь. Первая попавшаяся дверь, везунчик. А вот и дверь, Нубик, ну что так летимся? Вот и дверь, друзья, вот нашли дверь. Ее. Нубик просто летит вперед, ничего не рассказывает, что находит. Просто я реально. Я нашла дверь, у которой есть пароль, 1319. Вот так-то лучше, Нубик. Хороший.
Отмотали назад, перемоточка. Так, заново. Да. Мы тут перемещаемся ставим. Дальше. Оп. Тут какая-то розовая комната. Комната Лисоуни, Лисоуни. Что? Так, проверяем. Что? Так, тут ничего комната нет. Комната моя Лисоуни. Так. Ну что, давайте в наггетс уже сегодня. А там всего лишь один блок воды. Смотри, фокус! Так, а здесь у нас получается... Фокус. О, а тут прям эту воду еле-еле заметно, из-за того, что тут все из лазурита. Так, ну что? Опа. Мы, короче, в первой и второй комнате постоянно прыгали сразу... Всегда в туалетную Значит, бумагу. Может, там изначально наггетс. В наггетс надо прыгать? Давайте наггетс. Давайте. Полетите. Давайте по очереди Потому посмотрим, что? Кто попадет. Так, Нубик не попала. Лисоуни. А, все. Так, и полетели. Так, я должен... Нет, тоже не попал. Что-то как-то мы не проходим. Опа. Кто там? Так. Нет, ребят, по-моему, это точно не та комната. Так, ребята, извините. Что-то мы сегодня угадали 0 из 3 пока. Так, дубль 2, кто попадет? Этого... О, Нубик попал. Ура! Две штуки подряд было наггетс, а сейчас туалетная бумага. Ух ну как ты мы могли ж... угадаться? Полсердечка, ребята. Открываем. Тяжело. Живу. О! Ой, мы походу найти. Так, а там проход... Штуки, что чтобы... найти? Да, нужно найти красную, желтую, зеленую штуковины. А ты что? Что ты что? Я не знаю, у меня все в порядке. А, тут невидимые блоки. Да типа тут что? Невидимые блоки. Так, ну и скорее всего туда, к этому проходу, нам нет смысла идти, потому что у нас нет цветных штуковин. Но мы можем проверить, что находится вон за теми дверьми. Так, Нубик, проходи, потому что места очень мало. Нубик, Нубик, что ты... Ай, Боуни, ну что за дела? А я-то что? Заняло все место и не пройти просто. Лес, как ты обратно зайдешь извини меня? Так, проходим. Как ты обратно вернешься извини меня? Да, кстати, Леска, ты назад уже не вернешься, если ты компас поставила здесь. Так, ждем, ну... Нубик, ну куда ж ты... Она просто не ждет вообще нас. Я думала, там проход вперед. Капец. И хотела, чтобы вам было места больше, чтобы прыгнуть. Так, ну хотя с другой стороны за то, что... Да, мы с вами нашли вот такую комнату с кнопками. Так, пока на кнопки нажимать... Ничего не Леской, мы... Я уж точно не нажимаю, потому что я жду тебя. Я не должен нажимать, что уж ты... Да, Нубик не тоже не нажимает. Ребят, ну что такое? Леска, да я не знаю, ты взяла компас, сломала, ты же реально не вернешься никак теперь назад. Леска, ну нормально пропрыгай, там буквально элементарно два блока пропрыгать надо. Я уже 15 раз упала, просто компас у меня в порядке. Ой. Так, получается... Ну да, пока мы не нажмем, мы, конечно, не узнаем, что тут вообще такого... происходит. Ну, что, нажимайте, так, Леска, там, мы без тебя, как тут там? Это, если мы дальше не пройдем, тебя не будет. Ты добище как, у меня пятки мокрые стали, скользят. Я не знаю, что у Лески там происходит. Лисоуни не появляется. Леска, пипец, я что-то вообще падаю. Знак жизни. Да, Леска, давай к нам скорей. А чё меня трясёт? Воу. Потому что мы на слайме. Фу, я уже думала, со мной что-то не так. Оу, Лисоуни. Не ждали. Да, как раз таки очень даже ждали. Так, полетели, Нубик, ты только, пожалуйста, не кричи. Что, уши безумно больно, когда ты так делаешь. Ага. Вот, ну что, погнали? Да, давай. О! Маска выпала. Листочек. Кефтеме. Что? Мне кефтеме выпало. О, мне штаны розовые выпали. Ой, кажется, это мое. О, Нубик, на, надевай, короче, тебе. Так. А прикол. О, мне золотое яблоко выпало. У Лески оружие, что? Мне магазин. О, у меня синие штаны. Кому синие штаны? У меня птичка, это моя! Нубик, о, Нубик сейчас реально выглядит, как будто бы я в Париже, посмотрите. Дай! Вот именно тебе они ботиночки. А птичка моя, кстати, была. Кому? Давайте вот о, давай я заберу как раз. О, автомат, Нубик, на, это твой. Так, а что там? О, мне тоже, о, золотые штаны, мне штаны не надо. Дай мне, пожалуйста, птичка, это моя была. Все забирай. О, ребят, короче, если на эту кнопку нажимать, боеприпасы выпадают. Давайте на всякий случай побольше накликаем. Кефтеме, что это значит? Я не знаю, Нубик. Тут яблоки золотые. А, ребят, тут несколько нажимайте. Вот этих вот. О, мне меч выпал. Кому меч? Ботиночки. Кому меча нет? Кому меча нет? Меня нет. Держи, что, что? Какая-то кефтемешечка происходит. И еще один меч. Это нечтинское. А что называется? Происходит? Леска, ты тоже это слышала? А ты какой-то... Нет, Шади, у тебя просто голос такой стал громкий. Что-то смешное происходит, да, иногда. В смысле? Это, видимо, очень... Я ничего вообще не делал. Но мы тоже... Хватит уже нажимать уже. Меня пугает, ребят, я не очень понимаю, о чем вы говорите. Шади, ну нас вообще... тоже пугает, что-то не то у тебя. В смысле? Там. А что случилось-то? Ты какой-то...
Вот так вот. Ну ладно, я не понимаю, честно говоря, о чем идет речь. Ладно, давайте возвращаться. Ой. Пойдемте в другую яму. Ой, ну я в Париже, Донам у нас уезжали, кстати. С каждым разом все лучше поет. Так, и, видимо, именно для этого нам нужно было, ребят, набрать все это стрижение и пытаться продвинуться дальше. Погнали. Погнали. Открываем? А, это не надо было ломать. Ух ты. Ломать? А что надо было ломать? Не, не надо, точно. Вот эти вот... перегородки. Наверное, нет. Перегородки. А что мне КТМ дает? Я, нубик, не знаю. Ты 200 раз одно и то же спрашиваешь. Ну, Бест, ну что ты под удар куда? Так, давайте проходим аккуратно. Так, о, еще одна зомбятина. Ё-моё, нет! Там еще одна комната, серьезно? А что он такой живучий? Я... О! О! Шерсть! Во, это нам то, что это нам нужно. Это для красных ног. Так, я готовы? 3, 2, 1, открываю. Стреляем без остановки! У меня аптечку, я вам дам. Хорошо. Перезагрузка. Так, стреляем, стреляем. Сколько так, лево, право, лево, слушайте, право выходит. Стрела вылетела. Видели? Так, заходим, заходим аккуратненько. Там кто-то есть. Ой-ой-ой, тут еще есть слева. Ой, аккуратнее. Сзади. Так, туда, сюда. Так, последняя скелетина осталась. Аккуратнее. А где что, то, что вылетит? По-моему, должно? Пока что еще ничего. О, вот, теперь выпало. Желтое. Я... Ура. Ну, о, и здесь, ребят, слаймы, аккуратнее с ними. Ой, я так их не люблю, спасибо. О, нет, мои нелюбимые слаймы, они же размножаются. Капец, так красиво на самом деле. Кто? Ну, взрывается красиво. Нубик, ну куда под удар ты своими кусами, а? Парижские. Взрывается зеленым, парижские. Так, зажимаем, зажимаем. Золотая чаша, золотая. Так, аккуратно. Аккуратнее, аккуратнее, да, не встаем. У меня похуй. Друг у перед другом, а то разрядка. Нас просто зажмёт тут по полной. Так, у меня все. У меня бой. Боеприпасы закончились, ребят. Шеди, тебе говорили, что стильно выглядишь сегодня? На всякий случай съем ой, яблоко. Так, ребят, много. Слушайте, погодите, а у кого боеприпасов много вообще? Сколько осталось? У меня нисколько. Так, ну нам надо будет вернуться в ту комнату. Шеди, нам надо будет вернуться возьми в ту комнату и немножечко больше магазинов набрать. Это очень возьми мало. Шеди. Так, хорошо. Давайте валите возьми его! Да ё-моё! Ух ты, как у него сердечки выпадают. А чё я не попадаю? Я не... О, у меня и меч сломался, ребят. Я, короче, я пошел за боеприпасами сразу. Я стреляю в магазин. Нубик, это два, это безумно мало, если серьезно говорю. Нубик, да уйди ты, уйди. Я скачу, не делается! Я не знаю, он какой-то странный, он, походу, очень сильный. Мне кажется, там надо к Шеди. Это не то, по-моему, вот здесь. Пошли к Шеди тоже. Чё то... Да бейте его пока что, зачем нам время тратить-то? Пока что вы с боссом разберитесь. Я куда-то вышла. Я не знаю, куда ты леска-то вышла. Каким-то. В бумаге мы или где? Я а вы в наггете, я сейчас в бумаге за боеприпасами пошел. Что ж такое, я к бумаге иду. Иду, Нубик. Зачем? Деритесь с ним, зачем вы время тратите? Я деру. Во. А ты за наш, ты за, с нами, да? Для нас? Я и себе возьму, и вам возьму, да, если у меня тут побольше наберется. А я думала, ты только себе. Нет, нет, Нубик, я вот именно, как ты не делаешь. Ребят, у него как, я не знаю, миллион там хпшек, по-моему, в жизни. Сюда. Мы даже мечом зомби там варили долг, поэтому этого вообще не надо. О, можно было так сделать. Так, я, ребят, возвращаюсь. Какая-то мармеладинка катается по полу тут. Так, опачки. Так, немножко промазываю, ничего страшного. О, я тут пришел, а вы расправились. Так, ура! Короче, держите. Так, это лески. Нубик, это тебе получается. Спасибо. Все, у нас получается все набралось. Теперь мы можем Нубик, открыть убежал, ту самую дверь. Там. Так, выходим. Олеска уже забрала твои магазины. Да что такое-то? Ну, Беска. Нубик, что? Куда ты? На, забери оружие. Да что? Какая торопышка. Так, и теперь, ребят, нам нужно пропаркурить дальше вон туда. Так, это вот сюда. Давай, Шеди. Так, вот здесь невидимый блок. Кстати, у меня одного цветного блока нет, так что без вас не открою. Конечно, так, леска туда падает, мы ждем, ждем. О, Нубик, я думаю, что так не сработает, скорее всего, к сожалению. А было бы, кстати, круто, если бы нам не надо было эту штуку. Опа. Да. Так, и открываем. Отлично. Ура. О, что за звуки пошли? Танцы, так, танцы, заходим. Друзья. И нет, тут следующий, ё-моё, сколько порталов. Ё-моё, тут какой-то, реально, знаю, что-то сырный портал какой-то. Так, что у нас тут сзади?
Так, ну что, мы ни разу не угадали, ребят, куда мы пойдем с вами теперь? Может быть, теперь Nugget. В туалетную? В туалетную? Давай, я не знаю. Давайте в туалетную, окей. В туалетную? Давай. Так, слайм. Нормально, просто упал. Давай, Леска, прыгай. У Лески лицо такое. Она мне, знаешь... Она так смотрит. О, я, кажется, знаю, что это такое. Нет, нет, не надо. Это самый суровый клон. Это самое крутое, что может быть, по-моему. Я с первого раза пойду. Я прошел уже. Ой. Ребят, это не то. Ну, знаете, что написано? Сначала найдите топливо. Выходим отсюда, это не то испытание. Опять не угадали? Да, нас сегодня троллят просто эти наггетсы с туалетной бумагой. Мы не попали. О, здравствуйте. Так вот, почему нам оружие надо было, ребят, с боеприпасами обязательно. Как ты так предчувствовал и знал? Я не знаю, просто на всякий случай нужно всегда, чтобы боеприпасы были. Смотри, как смешно. Какой наггетс ковбой с Дикого Запада прям. Да-да. Эй. О, это да, это что-то на необъяснимом и невероятном. Давайте, зажимаем. О! Нет, наггетса, ничего не осталось. О, ну все. Ребят, у нас есть топливо. Получается, нам нужно преодолеть. И, видимо, нас там ждет с вами либо машина, либо еще что-то. И мы отсюда уезжаем. Слушайте, а это у вас сколько опыта? У меня 37-й левел. А у тебя, Леска? У меня вообще никакого. У меня 56. Мои уши, как больно. Ровно 56 раз Нубику говорили о том, чтобы быть потише. Но Нубик игнорирует какие-либо замечания. Да что ж так? Я ж не задеваю, почему меня телепортирует? Ох, я первый раз прошла сперва. Нубик вообще... Так, сюда. Опа, Леска, мы тебя ждем. Так, я уже вот здесь компас поставлю. Леска, давай, поперек прыгай. Нубик, ты тоже поставь тут сразу компас, чтобы потом это нас вдруг кого-то рандомно перенесет. Меня задёрнут. Леска, надо перепрыгивать через них. О! Давайте сделаем это повеселее. Вот Леска... Что там, Нубик? Да. Леска прыгает. Лицо у нее, давай! Давай, лицо у нее, ты сможешь! Леска, молодец, Леска борется с первой нажимной плитой просто... Походу, Леска остается здесь. Нет, подождите. Я не хочу жить в туалетной бумаге. Да. Леска, попробуй применить лайфхак с компасом, твой любимый. Лицо у нее. Что происходит? Да, Леска! Что-то на Лескинском невероятно. Это точно. Я не удивлена. Леска, погоди, так ты не можешь поставить вот так, потом вот сюда, и так постепенно перемещаться и перемещаться, видишь? Леска, поставь вперед его! Да, и все. Во, пошло дело! Ничего не пошло. Да что-то да, Леска, ты... Леска, ты берешь и ставишь его наперед! Лубик, а что ты без нагрудника, без всего, в штанах каких-то? Так мне не достался. О, есть! Отлично, друзья. Я не знала, что так можно, я по-честному. Да, если бы мы тут по-честному, мы бы, наверное, не выбрались отсюда. Так, и вертолетная площадка. Буква H, которая означает что? Правильно, хеликоптер. Вот, да-да, тот самый. Так, садимся. Погнали, ура! И, друзья, ну что же, и мы сегодня будем на этом заканчивать. Мы сегодня прошли испытание яму туалетной бумаги, яму наггетсов. На связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся и услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья! У-ху, всем пока-пока!